Приветствую вас, я могу совершенно точно сказать, как психолог, что ваша проблематика, она связана именно с психосоматикой. По крайней мере, если мы не берем в расчет возможные болезни у вас, такие как, к примеру, порог сердца или, может быть, что-либо еще, вот. Поэтому это у вас именно реакция на негатив, который вы, собственно говоря, получали и получаете по жизни до сих пор. Негатив вы получаете, вы негатив никак не скрываете, вы негатив никак не выражаете, ну и, соответственно, вам из-за этого очень плохо. Что, в общем и целом, вполне нормальная история. Вот. Что в общем и целом абсолютно нормально. Другой вопрос. И что с этим делать? То есть я бы рекомендовал вам для начала определиться вообще со своими реакциями, в принципе, в целом, вот. То есть, я бы для начала рекомендовал вам именно определиться с тем, чего вам хочется, вот. Или хотелось бы чего вам. Или что вам нужно, в чем вы нуждаетесь. Вот для начала я рекомендовал бы вам с этим определиться, да, то есть отследите свои привычки. Вообще. Как таковые привычки свои. Вот. Посмотрите на то, что вы делаете на автомате. То есть посмотрите на то, что вы делаете, как бы даже не думая вообще. Я думаю, что это было бы очень неплохой историей для начала, которая бы могла вам помочь. Вот. То есть, по сути, да, если вы для себя вот этот момент определите, да, если вы для себя эту ситуацию сможете выявить ее, вот, то мне кажется, что для начала это даст вам определенную свободу. То есть вы не чувствуете себя свободным, вы не чувствуете, что вам хорошо, вы не чувствуете себя хозяйкой своей жизни, вот, к сожалению. И именно из-за этой, именно из-за этого ощущения у вас и вот играет постоянно. Вот. То есть понятно, что у вас имеется аутоагрессия, понятно, что вы привыкли лишь только к тому, что вот если к вам проявляют там какое-то внимание, да, если к вам проявляют, на вас обращают внимание, то это обязательно и только, да, что это негативно.
Ну, вот вы и привыкли себя, значит, ну, наносить себе увечья. Вот, и удивляться здесь на самом деле нечего, к сожалению. Вот. Значит, сердце болит в том числе из-за потребности в любви, ну, может, по крайней мере, болеть, да, то есть это такая вот психосоматическая реакция, что вы не чувствуете себя любимой. Вот. А любимой себя вы не чувствуете, опять же, не просто так. Любимой себя вы не чувствуете именно по той простой причине, да, что вы себя не принимаете. Вы считаете себя, вероятно, плохой. Вы считаете себя, вероятно, очень, ну, неправильно. Отсюда и проблематика, конечно. Так что, да, к кардиологу обратиться стоит вначале, вот, и дальше все-таки к психологу, и постепенно-постепенно вот эти вот все процессы, все вот эти вот нагромождение вот того, что у вас в жизни происходило, все это нужно корректировать. Вот. Это то, что мне представляется важным. Это то, что мне представляется возможным. Здесь. Вот. Сперва врач, кардиолог, потом, соответственно, психолог. Вот. То есть вам тут вот только такая история, только так вам можно действовать. Вот. Конечно, это потребует определенного времени, это потребует определенных усилий. Вот, но родной результат будет ваша свободная жизнь. Ну, свободная, так сказать, существование. Вот. Значит, в качестве целей, да, то есть, вот еще очень важный момент, что у вас, судя по всему, нет целей. То есть, вот вы как бы сами на себя, да, вы... Ну, не сказать, чтобы ориентируйтесь именно сами на себя. То есть, не сказать, чтобы вы прям вот шли как какой-то вот своей, и именно к своей цели, которая, ну, нужна вам. И вот исходя из этого, я тоже думаю, что первичной целью может быть для вас сепарироваться от родителей, да, то есть, ну, как можно быстрее начать жить отдельно от них, ну, и тогда уже будет вам, безусловно, легче, к примеру, работать с психологом. Вот. Ну, объективно, я считаю, что, может быть, сделать это вы не сможете сразу, как бы, вот. Но в качестве цели, то есть цель, она важна для вас. Именно цель. Так что поработайте над тем, чтобы у вас была цель. Вот. Если цели нет, ее можно придумать. Вот. Вы удивитесь, насколько оздоравляет, ну, наличие в жизни человека цели.
какой-то важной цели. Вот так, я полагаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!